Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Ольга Савкина, и сегодня я снова в гостях у Гули. Снимаю для вас уже теплые варианты такого плана, как юбка, свитер, брючки. Будут красивые костюмы сегодня в обзоре. Все производство Италия. Я нахожусь, это город Москва, торговый комплекс Садовод, 21-я линия, павильон номер 16. Будете на Садоводе, обязательно заходите, тут много больших размеров. Смотрите, указано два номера телефончика: Гуля, которая сегодня как раз хозяйкой будет все рассказывать, и Айдар, ее муж, также к нему можете обращаться по любым вопросам. Рассказывать сегодня будут все цены в розницу, но также, конечно же, магазин работает прежде всего оптом, поэтому по поводу опта делайте скриншоты, пишите по номерам телефона, обращайтесь, все вам подробно расскажет и покажет. Размеры будут до 56-58. Поехали! Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые подписчики Ольги Савкина. Рада вас снова приветствовать в своем павильоне 2116. Сегодня хочу показать вашему вниманию платье микровельвет, в основном будет, и трикотажные. Размеры сегодня в основном в эфире будут от 50 до 56 размера. Так что поехали. Начнем с образа, в котором я вас сегодня встречаю. Это образ у нас пиджачок микровельвет. Идет в одном размере. Расцветки разные. Они хорошо сядут с 48 по 56 размер. Под пиджачком сейчас я сниму пиджачок. Сарафан. Сарафан очень актуален в этом году, в этом сезоне. На мне моделька с двумя кармашками. Садится она хорошо до 54 размера, 48. Хочу напомнить то, что у меня рост 168, я, ну, не низкого роста, так скажем. Объем груди у меня 109, 94 и 114, чтобы вы могли ориентироваться. Русский размер 50, либо XL. Некоторые брючки иногда одеваю L-ку, чтобы вам было легче сориентироваться в размере. Значит, продолжим. Как на мне сарафан. Расцветки разные, подписывайтесь в телеграм-канале, там все расцветки представлены, размеры и цены. Значит, расцветки этих сарафанов, колор будет из 5 цветов, они пришли все цвета осени. Потом вот эта моделька сарафана идет чуть больше, она сядет до 56 размера. Очень хорошо, прикольно смотрится, полностью на пуговичках с кармашком. Я одела у нас базовые кофточки, это наши тоже базовые кофточки, есть в разных расцветках, можно подобрать любой свитер с горлышком, тоже будет красиво смотреться. Цена сарафанов 4500, любой, две модельки с рабочими кармашками. Кофточки, эти кофточки по 2500. Это тоненький трикотаж кофточек, прям хлопок-хлопок. Они вот такой необработанный край, и здесь, и сверху, и внизу тоже. Удлиненная моделька, хорошая базовая кофточка, даже, допустим, не только с сарафаном, а с любой, допустим, под пиджачок, с любой кофточки под свитер. Так, продолжим. Хочу показать одну из тоже любимых моделей нашу. Платье с двумя пуговичками. Это платье садится до 54-56. Прямая она идет. Вот такая планочка сверху украшена. Пуговички на веревочках. Рукав здесь длинный. Цвета разные. Цена этих платьев 4500. Расцветки разные.
Смотрите в телеграм-канале все цвета. Сегодня не хочу уделять много времени на цвета. Хочу показать больше моделей. Также вот такое платьишко. Очень красивое. Там были две пуговички. Здесь декор сделан два цветочка вот таких трикотажных. Они все прошито, ничего не наклею. Микровельвет. 100% хлопок. Ткань дышит. Я вам в одном составе покажу. Вот. Хлопок. 100%, да. Ну, мейд Италия. У нас итальянские вещи, хочу напомнить. Все Италия. Качество хорошее, вноски. Стирается в стиральной машине. Бережная ручная стирка. Ничего не сядет, не полиняет. Также одна из тоже моих любимых моделек. Эта моделька у нас была летом в Альне. Некоторые ее знают уже. Теперь мы ее получили микровельвет. Садится также хорошо. Длина вот ниже колена, посередине икры будет. Сзади трикотажные вставочки, чтобы размер садился хорошо. Ничего не тянет. Свободненько будет. До 56 размера сядет идеально вот это платье. Цена платьев у нас 4500. Также хочу показать одну из популярных моделек. Она идет покороче. Здесь длина идет 100-110. Я уже 110 длина идет. Прям колено закрывает. Поэтому с курточками будет хорошо. И даже с удлиненным пальто. Полностью на пуговичках. Пуговицы рабочие полностью. С кармашком. Эта моделька тоже сядет до 56 размера. 48-56 будет хорошо. Так, хочу продолжить. Я переодела наряд. Хочу тоже показать по максимуму модели на себе, как они сидят. Вот тоже одна из новеньких моделей. Допустим, мне очень она нравится. Длина здесь очень хорошая. Садится по фигуре, стройнит. Эта моделька будет до 52-го, но 54-го размера нужно мерить грудь. В разных цветах она пришла. 4500 она будет в розницу. Микровельвет. Ткань такая же. Фабрика DM21. В принципе, кто с нами работает и кто наши клиенты уже знают то, что мы работаем с определенными фабриками. Уже знаю я их не лекал, знаю, что они хорошо сядут на любую фигуру. Поэтому у нас модельки очень хорошие и проверенные фабрики. Вот такая моделька тоже здесь длина. Как у этой модельки. Она украшена вот так, выбита пушочек, я даже не знаю, как правильно сказать. Цветочками сделана, да. И по шву здесь иногда есть, смотря как ткань попадает. Рабочий кармашечек. На кармашечке пуговица. Пуговицу можно убрать при желании. Ну, я думаю, она украшает платье. Рост у нас здесь тоже метровый, 4500, расцветки разные. Смотрите в телеграм-канале, все цвета представлены у нас, подписывайтесь. Обновления идут периодически, постоянно, как получаем. Если даже повторы, тоже все у нас в телеграм-канале есть. Все расцветки, модели и цвета, размеры и цены указаны розничные. Также мы получаем вот такие прикольные рубашки. Они сидят очень классно, до 54 размера. Полностью рабочие пуговицы. Рукав здесь полностью длинный. Рубашка хвост, я называю, она такая удлиненная сзади. Спереди покороче, но если даже спереди покороче, на мой рост, все здесь в паховую зону, все прикрывает. К этим рубашкам мы можем предложить юбки. У нас есть микровельвет и юбки.
Вот такая моделька есть. Юбки все удлиненные. Они длинненькие, можно сказать, в пол. Ну, посередине щиколотки вот так. Щиколотки же, да? Да. Вот, да. Юбки у нас цена по 3500. Две модели. Также вот эта моделька у нас. Моделька с поясочком. С рабочими карманами. Опять-таки, повторюсь, можно комплекты делать вот так с рубашкой. Можно ее с одной стороны заправить. Вот так красиво будет. Вот так на распуск сзади. Или полностью заправить. Юбки у нас тоже в едином размере. До 56 размера садятся они хорошо. Их можно с 46 по 56. Цена юбок у нас 3500. Цветовая гамма на сегодня у нас небольшая, но юбочки у нас в дороге. Это хорошая моделька. Они хорошо сидят и стройнят. К этим юбкам можно вот рубашки, да, как я уже сказала изначально. Допустим, юбочку вот так можно заправить полностью или спереди, и будет очень красиво, актуально смотреться. 3500 рубашки, они идут до 56 размера, 48 то 56. Потом у нас есть вот такие брюки палаццо, микровельвет тоже, вот так комплекты тоже собираем. Брюки тоже у нас по 3500 в едином размере, 46-56. Я была в начале эфира, вас встречала в пиджаке вот в таком. Тоже можно собирать комплекты полностью, брючка, пиджак, либо пиджак и юбка. Так, пиджаки по 4000. Я вам примерила очередной наряд. Это костюмы, они у нас тоже есть в наличии. Уже полный собранный комплект, брючки. И пиджак. Пиджак можно застегивать на одной пуговичке. Эта моделька идет без кармана. Вот такая прямая сзади моделька. Она садится с 46 по 52 максимум. Костюмы эти стоят 7500. Расцветки они в разных цветах. Расцветки разные. Все в телеграм-канале увидите. От светлого, в принципе, все базовые оттенки осени вы, я думаю, себе подберете. Уважаемые подписчики, также вот такая есть у нас моделька, тоже размерный ряд, получается, с 46 по 52. Здесь уже идет, если на мне без имитации кармашка, то здесь имитация кармана, карманов здесь рабочих нету. Опять-таки, это для того, чтобы ничего не выпирало. Спинка тоже здесь идет приталенная уже. Снизу мы, допустим, вот такую базовую кофточку. Можно любой цвет. Мы такую чайную розу. Мне нравится, когда так смотрится. Брючки здесь сделаны. Вот если на мне брючки, я вам сейчас покажу разницу брюк. На мне здесь будет брючки. Полностью круговая резинка, как под спорт, так скажем. Здесь идет имитация брюк. Здесь прямая планка, сзади резиночка. И как будто вот под молнию, но здесь ничего нету, вот она просто сшита. Имитация брюк сделана спереди с защипами. Тоже классно смотрится, шикарно сидят. Эти все брюки у нас по 7500, розничная цена. Эти модели идут у нас 46 по 52. Расцветки есть в телеграм-канале. Подписывайтесь, смотрите, все цвета представлены. Да-да, костюмы, цена костюмов. Извините, иногда я волнуюсь и могу ценами ошибиться. В телеграм-канале указаны верные цены. Если честно, мне иногда очень сложно. Я начинаю нервничать и переживать. Хочу вам все показать, чтобы было все вам понятно, красиво, и чтобы вы поняли и размеры. Но вот с ценами иногда могу ошибиться. Вы уж меня сильно не ругайте. Значит, поехали. Также у нас есть костюм, как я обещала, до 56 размера. Здесь уже сделаны спереди брючки. Сделаны вот такие имитации пуговичек. Сзади идет резиночка на брючках с рабочими кармашками. Пиджачок здесь идет, мы называем кимоно. Вот такой интересный пиджачок сделан.
на пуговичках с рабочими карманами. Этот костюм садится до 56 размера, 48-56. Все костюмы у нас микровельвет по цене 7500. Так, по костюмам все, поехали дальше. Сейчас еще платьишко покажу. Примерила очередное платье. Здесь длина метр. Оно садится до 54-56, 48-го, 4500. Украшено декоративной розочкой. Здесь ничего болтаться не будет, она пришита. Микровельвет, рукава трикотаж. Внизу пола тоже трикотажные сделаны. Розочка трикотаж в разных расцветках. На сегодняшний день она есть горчица, капучино, хаки. Цена этих платьев 4500 у нас. Также мы получили уже и на повторе до 56-го. Она садится, эта моделька. Очень классная, стильная смотрится. Удлиненная модель до щиколотки. 48-56. Цена 4500. Это фабрика Золанта. Может, уже многие знают. Оптовики, я думаю, точно знают. Фабрика Золанта, они делают акцент на большие размеры, и поэтому лекалы у них сидят очень хорошо. Опять-таки, те костюмы, которые я вам прорекламировала до, они тоже фабрика Зеланд. Вот такое платье получили. Очень из плотной такой ткани. Оно прям такое тяжелое, нелегкое, теплое. Без ничего, однотонное. Классно смотрится. Садится это платье до 58-го модели. Одна из единственных моделей, которая у нас садится до 58-го размера. В разных цветах. Удлиненная моделька. Не, до щиколотки чуть выше. Цвета разные. Здесь будут цвета вино, хаки, капучино, бутылка и светло-бежевый. Оттенки этой осенью. Ну и, естественно, я думаю, уже все знают тренд этой осени. Это винный цвет. Кому идет, так что ходите, будничайте. Так, также мы получали трикотажные платья. Трикотажные платья, вот такая моделька. Леопард. Леопард у нас не уходит еще из нашего тренда. Летний тренд, принт леопард продолжается. Она тоже идет в разных цветах. На сером, капучино, в шоколаде. Ростовка вот такая идет, но не до конца, а длинная, с ремешочком. Эта моделька садится до 54 размера, 46-54. Также получили вот такую модельку. Здесь она однотонная идет, украшена кармашек леопард и воротник. Эти платьишки по 3500, этот трикотаж, садятся они до 54 размера. Вот эта моделька, она идет больше, она садится до 56 размера, тоже полностью трикотажное платье, украшено вот такими вельветовыми вставками кармашек. Рукав здесь длинный. Сядет это платье хорошо с 48-го, даже с 50-го до 56-го полный. Мне кажется, меньше размер будет не очень смотреться. Да, цена этих платьев трикотажных по 3500. Так, моя палочка. Хочу показать еще вот такое платье. Это более размер идет до 54-го. Спереди здесь идет микровельвет. Вот такое интересное платье. А спинка идет трикотаж. Трикотаж леопард. С разрезами по бокам. Это платье будет... Коленка прикроет. Вот так, наверное, будет. Да. Сейчас, в обзоре я померю, как оно сидит. Увидите. Так, дальше у нас, чтобы ничего не забыть, она в разных цветах тоже. Ну, любая моделька у нас, она практически... все модели идут в нескольких цветах. От 5 и больше расцветок. Поэтому присоединяйтесь в телеграм-канал, там все у нас цвета представлены.
микровельвет и трикотаж вроде я вам показала. Сейчас мы перейдем к кашемировой платье. Мы тоже уже получаем, я думаю, видно на заднем фоне кашемировые костюмы, кофты, а также платье. Сегодня я вам покажу до 56-го, до 54-го размера, что садится. Я думаю, то, что я Ольгу еще приглашу уже сделать отдельный обзор кашемировые изделия, кофточки, свитер, брючки, юбки, платья. А я думаю, что я Ольгу еще приглашу и сделаем отдельный обзор, так как ассортимент большой, чтобы не загружать в одном эфире очень много, представить просто возможностей нету все рассказать за минут 30-20. Ну так вот, продолжим. Значит, вот такое кашемировое платье у нас идет. Оно до 56 размера. Здесь идет рукав, вот такая мелкая лапша. Вот. А сам он такой гладенький кашемир. Удлиненная модель с горлышком. Рукав, получается, идет как воротник лапша. И снизу вот такая лапша идет. Вот. Очень легкие, теплые. Кашемир в основном идет базовые оттенки. Это белый крем, капучино, черный, серый. Так, вот это платье будет стоить 5500. Следующая моделька платья тоже. Это платье Лара. Я думаю, уже многие подписчики и наши клиенты, и оптовики знают, что мы работаем и с фабрикой Лара. Она идет чуть поплотнее. Кашемир такой уже прям плотный, теплый. Вот такая моделька. Моделька сядет до 56 размера. 54-56 будет хорошо, потому что многие просили именно кашемиру привести побольше размеры. Здесь ростовка будет ниже колена. Все-таки решила я вам примерить и кашемировое платье, так как сейчас о них рассказываю. Вот одна из моделек, да, здесь рукав идет ниже локтя. Вот такая широкая лапша. Воротник тоже красиво сделан. И снизу лапша. Сейчас вот я вам вот так покажу. И маленькие аккуратные разрезы. Это платье тоже сядет до 54 размера. Присылайте параметры, может даже и 56 подойдет, потому что они тянутся, они на мне вообще свободные, у меня 50-52, как я вам уже говорила. Так, также я хочу вам показать летучую мышь модель. Вот такая она большая у нас. До 56 будет очень хорошо. Здесь немножко спереди, если вы видите, вот так идет непрямой низ. Чуть покороче, сзади длиннее, но тем не менее ниже колена получается моделька с воротником. Вот с таким красивым, просто на вешалках они у нас плохо держатся. Ну ничего. Значит, это платье сядет хорошо с 50 по 56. Если предыдущие кашемировые платья я показала, их можно на 48, они будут тоже хорошо. Некоторые модельки есть у нас одна, если вот эта Лара, она сядет. Она идет у нас SM и LXL. Вот это Лара. Имейте в виду, Лара идет, да, SM, LXL, LXL до 54-56, в зависимости от модели. Лара, цена у нас в розницу 5500. Остальные кашемировые платья 4500. Также и микровельве. Длинные платья 4500, короткие платья 4000. Это я так для информации. Повторюсь, чтобы не ошибиться. Так вот, это платье сядет до 56 размера. Расцветки белая, крем, серая, черная. Все цвета представлены в телеграм-канале. Подписывайтесь, будем рады. Пишите на WhatsApp. Оля укажет два номера телефона, мой и супруга Гуля. А в павильоне вас всегда рады видеть Елена и Светлана. Они наши помощницы, они всегда здесь с 6 до 4. Каждый день. Я отвечаю почти 24/7. Вы мне пишете и ночью, и днем. Если по информации что-то знаю по наличию, отвечаю. Если нет, то отвечаю на следующий день. Пожалуйста, поймите, нам тоже нужен отдых. И также мы стараемся сначала ответить оптовикам, так как у них автобусы уходят. Некоторые автобусы стоят до 10, некоторые до 12. А розничным клиентам мы
Отправки можем делать до 6 часов вечера. Здесь у нас работает СДЭК и почта. И такая небольшая информация для клиентов, которые живут в Москве. На садоводе есть курьер. Он доставляет в день или на следующий день. С информацией поделилась одна из наших клиентов. Ей спасибо. Так что, если что, московские наши клиенты, имейте в виду, пишите, а там мы уже, я вам дам информацию. Так вот, значит, мы еще получили вот такие кашемировые платья. Они уже с узором, естественно, небольшой золотой принт, так как это фабрика Ливанс. Ливанс она у нас не может без золота и серебра украсить то или иное изделие. Это платье на мне будет выше колена. Сидят они хорошо до 52 размера, это платье сядет. Так, хочу вам еще показать. Я забыла вам показать. Значит, у нас в дороге, чтобы вы имели в виду, это для наших пышных девушек, вот эти брючки с 50-го, они приедут к нам, по 56-й. Вот такие велюровые, под вельвет, очень теплые, реально теплые, они вот такие прям плотные костюмы. Так, они идут полностью на резинке, до 56-го садятся вот так вообще классно. Они у нас были, просто разобрали. Сегодня остался только в черном цвете. Мы даже их, наверное, сегодня и получим. Сегодня ждем груз. Так вот, едут брючки, и к ним будут толстовки на молнии. Если кому интересно, пишите, спрашивайте, как мы их получим. Я в телеграм-канал их загружу. Цену пока сказать не могу, так как у нас карго приходит то быстрая, то подольше она идет, от этой цена зависит. Напомню, что мы получаем товар из Италии, и курс евро тоже у нас каждый день, к сожалению, на сегодняшний день меняется. Поэтому цена появится. Сейчас я могу сориентировать, что они где-то костюм будет стоить 6500 плюс-минус. Также я забыла показать вашему вниманию. Вот такие юбки мы получили. Это микровельвет. Он прям микровельвет. Вот такой, посмотрите. Да. Наш любимый принт леопард. Под них мы подбираем кофточки. Так вот, кофточки мы предлагаем вот так комплектиком. У нас даже появились некоторые модели тоже кофточек до 56-го, до 58-го размера. Вот эта моделька, допустим, до 56-58. Присылайте ваши параметры. Кофта, именно эта моделька пришла в 10 расцветках. Садится классно. Здесь, если вывернуть рукав, выпрямить, будет без вставки 1 тонна. Но вот с этой юбкой смотрится шикарно. И юбка до 56-го, и кофта тоже до 56-го. Также к этой кофте мы сейчас получаем очень много мохера и вязаных кофточек. Вот такое букле мы называем, да. Это будет в следующем эфире. Я более подробно расскажу и покажу разные модели. Сейчас так, мини-обзорчик. Допустим, вот с этой юбкой можно сделать вот такой бомбический комплект. Такой комплект кофта сядет до 52 размера. Она, конечно, большая кофта, можно ее натянуть, но будет некрасиво. Так что вот так вообще шикарно смотрится. Юбочки теплые. И кофта тоже теплая, поэтому на зиму будет самое то с какой-нибудь короткой курточкой или с короткой дубленкой. Будет смотреться шикарно. Юбки 3500. Кофта, свитера, букле, вязаные 4000, махер тоже где 4-3500, кашемир 3500. Уважаемые подписчики, на этом я с вами прощаюсь. Пишите, звоните, WhatsApp, мы всегда рады вам. Спасибо, что смотрите. Пока-пока, до новых встреч!